Самарцев приглашают принять участие в опросе по поводу развития исторического центра. Над этой концепцией сейчас работают власти города. Также продолжают разрабатывать и муниципальную программу, которая позволит изменить нормативно-правовые акты, начать реставрацию и ремонт объектов культурного наследия. Концепция развития исторического поселения Самары – это документ, благодаря которому в центре города смогут появиться новые интересные локации. Они будут привлекать как горожан, так и инвесторов. Ядром этой программы станет мастер-план. С помощью него создадут инвестиционные паспорта каждого квартала. Кроме того, будут спроектированы транспортный, социальный и инженерный каркасы территорий. Появится новая модель управления историческим поселением. Исследование мнений горожан – одна из важных составляющих в этом процессе. К соучастию в работе над этими документами, конечно, мы хотим привлечь максимальное количество наших горожан, потому что все, что мы делаем прежде всего для жителей Самары. Граждан приглашают принять участие в опросе «Новая жизнь старой Самары». Материалы опубликованы на официальном сайте администрации города. Очень бы хотелось узнать максимальное количество мнений, чтобы можно было принять правильное, удобное для всех решение, которые будут приняты горожанами, которые будут им понятны. Поэтому, конечно, я приглашаю всех наших земляков принять участие. В 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова постановлением правительства области старому центру Самары был присвоен статус исторического поселения. Такое решение приняли, чтобы защитить культурное и архитектурное наследие нашего города и вдохнуть новую жизнь в развитие исторического центра. Одной из самых важных составляющих работы над историческим поселением является исследование мнения горожан и выстраивание обратной связи. Прохождение опроса займет около 30 минут. В конце анкеты можно написать предложения, направленные на совершенствование исторической среды города в свободной форме. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.